Господин капитан, чем можно объяснить многократные поражения сил противника на Деникинском фронте? Полагаю, во многом это происходит благодаря новой системе укрепленных фортификаций. Наши войска могут подвергаться длительным осадам, в то время как спецсвязь продолжает доставлять боеприпасы и подкрепления наших силовых баз, например, из Вольфсбурга. Это последнее достижение нашей технологии заметно повлияло на биржевые курсы всего мира. Благодарим вас, господин капитан, за этот крайне интересный комментарий. До скорой встречи в прямом эфире с такими же обнадеживающими новостями фронта.